Добрый день, с вами Черный Шляп, и я вам сегодня покажу, как действуют новые детали. Это вторая часть. Кто не видел первую, обязательно посмотрите. В первой части, показывается, как все это работает. Тут видна еще кабина синяя. Вот так все это происходит. Погнали, да, сразу к тому, что у нас не было в прошлой части. У нас не было вот таких колес. Вот видите. Сейчас вы видите в действии, как все это работает. Он, конечно, не огромный, но хоть какой-то есть у этих колес. И зависит урон от скорости, которую вы едете, цепляете врага. Видите, сразу отбиваем вот так. Ну так все это работает. Вы сами видите, как, чувак разбирает бота. Дальше у нас идут огромные, видите, колеса. Новую деталь фракции, видите. Их пока что не разрисовали, но уже все видно. Тут всякие есть. Перед есть, крылья есть. Нескольких видов. Вот так все это будет. Зад. И огромные колеса. Все остальное мы уже видели. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до встречи на стримах. Пока.